Так, чего у нас за ребята? Да, вот интересно. О, сволочь! А чё ты упираешься мне, дурачок? Интересно, интересно. Так, я хотел посмотреть солдат. Значит, у нас еще один мод на улучшение фракций. То есть он меняет немножко облик. Там реданцев, там тимецев, ну и так далее. Теперь они более как бы оформлены. Ну, если вы помните зорницу. Синий, белый, красный. Вот здесь как бы они более от красной, более красному. Тем более они переделаны немножко. Визуально, разумеется. Теперь видно, что это мечник, это офицер. Ну, достаточно интересно. Хотя нет, это солдат, но тем не менее более в другой форме интересно. И, кстати, он делает те же анимации при заточке, как и у нас стоят. Так что эти моды очень правильные. Разумеется. Такие, как ты, только болезни разносят. Да-да, конечно. Разумеется, в моем понимании. Да, отличный мод. Вот такой интересный. В списке модов, которые я прилагаю внизу, он, разумеется, есть. Там он подписан, да? Они есть, да, действительно, теперь видно, что это красные.